Привет, привет. Вот мы уже добрались до города Урсул. И это обычный пеший уровень. Так, вот здесь опять нас ждет коробочки. Ждут секретик. Но коробки переставлять уже не нужно. Замечательно. Так, я возьму еще вот эти вот ресурсы. Что здесь, гранаты в этом ящике? И сейчас поведу собаки. Отлично. Вот здесь. Да что ты? В этой бочке есть умножитель очков, если он вам нужен. Я соберу еще всякие вкусности здесь. Возьмем УЗИ. И будем отбиваться от собак. Пока что обойдем с дробовиком. Я только буду чуть пожарче, отойду и возьму УЗИ. Да, например, сейчас. Этот уровень блистает сразу несколькими новыми врагами. И это далеко не самое худшее. Но, с другой стороны, эти собаки это просто рескин лягух. Только перемещаются гораздо быстрее. А нет, худшее еще впереди. Здесь два дикаря. В этой бочке прячется собака по какой-то причине. И да, вот в этой бочке прячется как раз таки уши эти зомби. Хит-сканеры. Убивать их желательно сразу же. Потому что они ужасны. На этой сложности они съедают так много здоровья своими дробовиками на дикой дистанции. Если зазеваешься, даже два или три из них могут снести все здоровье за несколько секунд. Ну да ладно. Мы останавливаемся вот здесь, вот контролируем эти две улочки. Ой. Выбегают собаки и иногда приходят зомби. Как только собаки перестанут бежать, мы двинемся вперед. Так, ну вроде бы вот этого чувачка выцепим. Возьмем ракетницу, расстреляем этого мужика. Здесь еще зомби. И здесь зомби. Здесь за углом тоже. И где-то, да. Это вот здесь вот. Итак, тут есть секрет. Нажимаем этот рычаг и... О боже мой, это кошмар. Но нас спасает старая добрая перчатка. Боксера Барри. И он нас потрепал, но ничего. Здесь уже на помощь приходит вот этот куренок. Без которого мы получаем аптечку. Жестоко, но необходимо. Здесь еще будет одна финальная волна в этом райончике. Проходим сюда.
Теперь так, для начала надо там ракетчика выцепить кое-где. Ау. Эти ребята больно бьются. Вот там еще ракетчики. И в принципе на этом этапе только вот... Вот из того дворика побегут противники. Так что в принципе... Берем сейчас все это и пройдем дальше, чтобы... активировать их спаун, скажем так. И просто будем отстреливаться. Ау. Ну и все. Зайдем в этот дворик. Сейчас это здоровье возьму. Потому что там есть некоторая ловушка. Итак. Мы зайдем вот в этот дворик. Здесь вон на том пьедестале есть ракеты. Но аккуратно. Появятся еще вот эти вот мужики. Один здесь, а второй вот тут. Ау! Да ну что-то. Это было отвратительно. Ну ладно. Еще есть здоровье. Взаимодействовав с этим аватарчиком, мы отправим его показывать нам одно особое оружие. Да, мы потом вернемся. Итак, это оружие. Снайперская винтовка. И появится еще второй хит-сканер, похожий на пулеметчик из Doom 3. В принципе... Так, сейчас мы выселим вот этих вот ребят из снайперки. Аккуратненько. Собачки бегут. Кстати, не весело, короче. Пойдем наружу. Ау. Так, ну вроде все. Вернемся сюда, здесь еще есть секрет. Надо спустить воду. Сначала решетку сломать, конечно же. Вот таким вот образом. Так, я не успел, вода уже поднялась. Но ничего, спустим еще раз. И здесь сундук с сокровищами. В этом дворике еще один секрет для снайперской винтовки. Нужно поразить эти мишени. Они будут появляться на разных зданиях. Третья. По-моему, их 5. 5 четвертая. Да, и вот эта пятая должна быть последняя. Ой. И наша награда — это броня. Да, в этих ящиках прячутся враги, так что аккуратнее. Здесь собаки и некоторые вкусности. Здесь будет довольно, не то чтобы напряженный, но такой требующий внимания бой, скажем так. Потому что будут собаки, будут дикари, вдали будут солдаты отстреливать.
То есть нужно смотреть во всех направлениях. Так, в этих ящиках тоже есть собаки. Я хоть и не пытаюсь сделать все убийства, потому что игра как бы этого не требует, но... Имею в виду, финальный экран 100% убийств не показывает, но я стараюсь сделать максимум. Так, там еще неприятель. И опять пулеметчик из Doom 3. Зомби. Зомби обязательно нужно разрывать на куски. То, что они упали, это не обязательно. Что они мертвы. Они потом встанут. И могут сделать сюрприз, скажем так, в спину. Поэтому всегда убедитесь в том, что вы разорвали их на куски. В принципе, ничего сложного. Просто немного концентрации. И мы вот так выцелим. Ну, вроде все. Вот здесь вот между зданиями можно выцепить последнего местного сканера. Взяв то здоровье, мы вызовем еще собак и... А, и вот здесь вот зомби еще. Ну, когда еще использую револьверы? Проходим сюда. Нас будут атаковать дикари. Странный пес. Да, этот чувак иногда застревает в дверях. Давайте ему поможем. Ну все. Итак. Взрывайте вот этот фонтан, чтобы взять суперущерб. Это не секрет, просто полезная вещь. Это последняя арена на этом уровне, и она достаточно сложная. В основном все из-за тех же хит-сканеров. Здесь будет только зомби, конечно же, но... Они спаунятся по углам и представляют опасность. Здесь мы пока отстреливаем собачек. На этих красных чуваков можно пока даже внимания не обращать, просто уворачиваться от ракет. Вот, но лучше, чем я это делаю. А когда собаки кончатся, это должно случиться вот-вот. Да, берем ракетницу и отстреливаем этих мужиков. Наступает вторая фаза. Здесь как раз-таки появляются зомби и дикари. Эй-эй, надо бы взять это здоровье. Мы без брони, конечно же, это вот... Вы видели, да, сейчас? У меня было 200 здоровья, один его выстрел и... Вот, пожалуйста. Вы посмотрите, как они сносят. И на таком большом открытом пространстве от них даже не спрячешься. Возьмем вот эту штуку, пожалуй. Потому что становится жарко. Уже не очень. Их надо убивать очень быстро.
Потому что если они успели сделать выстрел, это очень плохо для здоровья. Появляется умножитель очков, опять же, если надо. Но очки у нас не в приоритете. Ой. Но справедливости ради, вот эти вот зомби и пулеметчик из Doom 3 это единственные хитскан враги в серии SM2. То есть всего их два вида. В какой-то момент на каких-то уровнях вы их не будете видеть вообще. Ну да, вот этот вот. Особенно следующий. О-о-о. На следующем уровне ситуация с хитсканерами будет гораздо веселее, скажем так. Это последняя волна. Сейчас мы просто ракетницами. Ракетами и гранатами. Убиваем этих мужиков. И все. Таким образом, заканчивается уровень. Да, этот уровень больше такой, знаете, классический, как в предыдущих частях серии SM, а просто бегаем, стреляем по небольшой деревушке. Достаточно веселый, хороший уровень. А, как я сказал, ситуация с хитсканерами, да, она, конечно, раздражает в серии SM особенно. Вообще, в играх серии Скорпионы раньше были вот эти вот. В серии SM 3 там миллиард противников тоже имеют хитскан оружие. Ну, благо, в серии SM 2 с этим не так все плохо. Ну, как. В общем, увидите на следующем уровне пару веселых арен с хитсканерами, поймете. Ну да ладно. Спасибо за просмотр и всего хорошего.